У нас какая задача будет? Миликом бить только босса или милики будут играть по черепу? Феликса играют по черепу до 30%, потом уходят в босса. Тогда давай поменяем местами микстурка, чтобы лучше агрон набирал на ну, чтобы милики не срывали. Или нормально У будет. него таунтов нормально будет. Ну Плюс ладно. Морфис. На второй фазе напуливаешь Феникса на Шреддера, когда мы его убьем. А, ну тогда нормально. Начинает Шреддер, ты сверху, соответственно, начинаешь в трусах. Алиса начинает в квадрате. И так вот будете Еще бегать. она 8 кто на второй фазе. Чего еще раз? Кто на боссе на второй Так фазе? ты тебе же сказали, ну Может ё-моё, быть, Алис. она имела в виду на первой фазе, потому что она На танчила с первой мастером. фазе в квадрате стоит Алиса наверху. Соответственно, Шреддер стоит в трусах. Вот так вот меняетесь по цепочке. Соответственно, Шреддер бежишь с квадрата. У меня мозг Алиса. отключается, сори. Сука. Я Да сейчас я начну поняла, материться. я поняла все. Соответственно, Шреддер, ты с трусов уйдешь в ромбик. И когда будет взлетка, когда будем прыгать вниз, ты поднимаешься к ромбику. Чек на готовность. Ближе к краю, слышишь, Амир? Они всегда Сова, магия, подойдите поближе, чтобы Отчет на сразу пол. бой начать. Ты можешь хоть двух мелких сагрить, только главное, чтобы один у тебя в черепе. Шреддера прохил. Вниз. Бежим к квадрату. Чего вниз-то? Почему Шреддер не квадратик? Потому что Шреддер был в ромбике. Шреддер, когда будет взлетка, ты бежишь к ромбику. То есть встаешь А на что, лестнице кто-то на будет ромбике. таунтить босса? Алиса, ты уже должна была быть в квадрате. Она же за таун. Ну, сказали вниз, я пошла вниз. Вниз. Сейчас, наверное, будет вам. Квадрат. Квадрат. Не угадала. Ты
Запоминаем. Активный он когда вот в такой форме. Никогда вы не теряете. Если вы убиваете феникса, когда он маленького, когда он в активной форме, его сносит с проекта. Ну, как и сейчас, сносится хоп, когда и феникс. Форма-то активная. Я пока не могу использовать эту способность. Гимн на ману. Желание, дай гимн ману. Молодцы, давай. Баф по шаману дадите, когда он будет снизу. На этот раз я не повелась. Я говорю на всякий случай. Вниз. Ромбик. Да ёбаный в рот. Что там РДД делает? Феникс, думаю. Ну, Лиса прохил. Как мне бесит этот босс, это пиздец. Типа, если у этого босса не бить, нельзя бить других, то... Не знаю. Нужно больше ярости. Сколько? Две перелетки у нас, да, было? Третья пошла, да? Ну, вот сейчас феникса убьют и... Сука. Только не прыгай вниз. Давай, подхилься.
Блять, поймайте босса, кто я в шоке. Хорош. Так, ага, отлично встал. Молодец. Фулл баф дали, агро. Моркач, давай по лопососу. Ой, по кукулину. Сложу вышли. Давай, 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 давай. Чучулан. Он не уйди. Метеор. Моркач. Пиши, блин, что-то. Мистер Джонни, давай по кукулину этот БР. Быстрее. Отошли, служу. Фениксов повели. Ты в череп должен, Шреддер. Второго. Второго, Шреддер. Шреддер, забери второго, уведи в череп. Блять, эти танки это просто нечто. Стопнули флот. Развели. Пять убили, когда не активируем. Не убивайте Феникса. Стой. Не убивайте Феникса. Стопнули по Фениксу, стопнули. Бокрус опрохил, метеорит. Новые Феникса. Поймали. Дим, веди в луну. Мимо, 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 мимо. Милишники по боссу пошли. Не убивайте мобов. Не убивайте мобов пока что. Стопнули, стопнули. Да не бейте по мобам. Да там одна 600-ка, можно точно. Добили. Лопосос. Да я не понимаю, почему всегда два моба в шаре дробит? А чё мы в беге? Потому что он маста нужен. До 20 сливаем, отходим. Притормозите по мобам. Пошли. Стойте по мобам. Мобов стоп ДПС, нахуй. Кто там еще стреляет? Нормально. Добили. Да вот, у нас опять, блядь, легли. Минус 2 хила. Да. Легли. 6.29, у нас 82%. Это очень тупо. Легли, стоп на хил. Сколько ты берешь? 6.20. Ну так потому что 3 моба или сколько слили, когда он был неактивен. Одного слили, когда он был неактивен. Самого первого. Второго и третьего слили, когда он приземлился, но он не был, он не был активен. Я еще тогда на него тыкал. По 3% с каждого моба считай и посмотри проценты Алара. Смотрел, сколько мы убили мобов? Давай, Масрис. Давай.
Милики там, кстати, долго задерживаются с мобом. Не, ну коль, не знаете, ну коль мы вот так вот стоим, я не знаю, может медикам там до 50% доводить, потом босс, даже до 60%, ну просто чуть-чуть начало помочь. Чтоб РДДшники потом не с это не слакали, когда Феникс взлетает, а могли бить Феникс этих мелких и не стоять просто. Сколько минут примерно отправить будет? До 5 утра. Блин, я всегда не знаю, мы он задумался, помню, когда ходили в первую неделю. Там и ХП, может быть, конечно, у них поменьше было, но эти два феникса, они умирали до взлета. Что-то не так. Просто в них играть надо. Вот смотри, первые 4 места, Турбо, Умора, Задум, Джованни, 10к. Потом идет Дикость, 8к. Потом идет Чулан, 9к. Это со потом... свечу, не забывай. Там. Ну, то есть, скорее всего, тут ДПСа просто нету, да и все. То есть, тем более Чулан... Пока, я говорю, пока Лича не закроем, никакого ДПС... Да, блядь, мы Лича не будем закрывать. Если здесь будем хотя бы, блядь, одного босса с Т4, с Т5 закрывать, блядь, это нам апнет, ёпт. Сюда нам тоже надо ходить. Ну, сюда мы можем ходить, когда все, блядь, будут знать, что делать, нам. И все знать, как за свой класс играть, а не пуги, нахуй. Если мобы... Так, по-моему, пуги, блядь, в топе, нет? Один? Только один умор. Ну, клонус, да. Хилов нас у своих вообще нету, да. Клонус, по-моему, демон. Да, да, нормально, я ничего не... Давайте чек на готовности. Ну, мне какого-то бафа нет. Не знаю, какого. А, лапы нету, по-моему. Ну, посоздай лап. Угу. Бля, я не пойму, почему у меня 47% крита, бля. Возле вара надо стоять. А если посчитать время на второй фазе, если даже не трогать вообще босса, чисто его можно убить фениксами этими? Он же по 2 их вызывать начнет. Ну, 10 фениксов, 30%. Нет, нет, 5 не убьёшь. Звёзд. Босса тоже надо играть. А если мы их сведем, этих фениксов, в одну точку? А смотри, там... погоди. Свели фениксов в одну точку. А хотя нет, лучше пусть нахуй по двум будет. Пизда. А что, Шреддер первый танчит? Нет. Вся фишка, я объяснял вам. Единственный вариант... Здесь... Алиса, иди сюда, блядь, в квадрат нахуй. Это свести. Играется. Шреддер... Нахуй тогда Шреддер встал. Блять. Слышишь, единственный вариант по дамагу выиграть, это свести и отвести их тогда, когда там 30% будет от босса, и все. Единственный вариант по дамагу, это когда под мили босса заходит этот, ну, еще один птенец под босса заходит. Ну, а лучше два. Два, не знаю. Ну, вы два танка заводите под босса два моба, когда у них... Ну, тебе говорили, почему так не получается. Сука, я говорю, два танка, которые не держат босса, заводят два моба, когда у них становится 30-40%, они их выводят, и РДД их добивают. Дебафы. Какие пизды? Ладно, там? Смотри, у меня с этим проблемы не будет. У меня масс агро нету. Я зачем вот тебе так скажу. Тебе масс агро? Два танка. Ну вот Шреддер масс агро давал, и он забирал и моих блин. Мобов, и босса. Короче, Шреддер, давай в ДД, я в танка, мы с тобой микстурка сделаем. Ты в ДД. Ты в ДД. Нам нельзя ДПС терять, нахуй. Ну вы под босса не хотите заводить, просто это беготня. Стопните плот, пожалуйста. 3 минуты перекура у вас есть. Короче, есть? Под босса, если заводить, будет заливаться и Феникс, и ты босс. Ты в ДД.
А если после метеора просто два феникса милики кливают 10 секунд и уходят на босс? Ты сказал то же самое, что я, что ли? Ну они не под боссом стоят, там не копится два стака. После метеора сливаются фениксы чуть-чуть подальше от босса. Милики 10 секунд кливают двоих, уходят на босса, а танки уже потом разводят их. Идите курите, пока у вас время есть. Хорош обсуждать. Сейчас я буду в танке, все сделаем нормально. У тебя под боссом будет сразу два дебафа копиться. Да мне насрать, я неумираемый. Какие два дебафа? Что ты придумываешь? Сейчас я посмотрю, что здесь танки будут делаться. И микстурка тут? Да. Про какой дебаф вы говорите? Я вообще не понимаю, о чем вы ведете речь. На тебя одного кидается, когда ты танчишь феникса маленького, дебаф? Или на всех вокруг? Или как? Что, как, зачем? Что, я не могу понять. Или про что вы? Да какая в пизду лужа? Ну и что лужа? Когда он делает рывок, он кидает лужу на пол. Феникс. Коготь. Ну они все походу в этой луже стоят просто и ловят этот дебаф. Он имеет в виду, смотри, если все будем в одной точке, в эту точку кидает на всех, ну получается кидает лужи. Все в этой луже стоят. Все получают дебаф, и типа по-любому кто-то умрет. Да, я так понял. Блять, никто не умрет, они просто выйдут с лужи и все. Я. Вот смотри, ты где? Вот видишь? Вот видишь, я в крестике стою. Вот тут стоит босс. Вот Алиса его танчит. Сюда надо два феникса завести и зауешить как можно быстрее. И потом, когда у них мало хп, просто отвести в сторону. Два танка это смогут сделать. Они же видят хп, правильно, фениксов маленьких. И все, и они выводят. И также стопать по ним, когда феникс превратился в феникса опять. Можно будет их добить и взять еще двух фениксов. Также завести, также закливать и также все повторять. Просто в этом варианте будет наноситься дамаг по фениксу, по боссу. И маленькие фениксы будут без проблем заливаться. Я не знаю, что сложного это понять. Так, готовимся сейчас умыть меня. Одного надо ДД искать. Влад сказал, на Машу зайдет. Смысл? Ну, у нас друид ливнул. Ну, доходи. А. Даже писать надо. Так. Сейчас я усилки скидываю. Шкаф ставим с мулем. А ты, Турбо, что думаешь? По поводу чего? Вот то, что я рассказывал.
Не твой поем. Не, я тебе говорю, можно так делать. Ну да смотри, ты, там дебаф, сколько там, эти, там дебаф висит 7 секунд. То есть, если как, чё... Если по милику, если прилетит метеор с пятью стаками, хотя если ты 2 туда сведёшь, то там будет все 10 стаков, то миликов ваншотит, ну, сваншотит, если по ним попадёт метеор. Ладно, про стаки мне объясни. Какие стаки? Откуда они берутся? От Феникса. Вокруг Феникса всем, кто стоит вокруг, наносятся стаки? Да, да. Ну, у Микстурки спроси. Микстурка, так... есть же стаки там? Я особо не замечал что-то. Удар пламени Талара. И я... Мы его идем, фулбал дали. Я говорил о том, что их надо отвести, а не держать там. Они же 7 секунд... Шредер, протоаура, отдай огненную поставь. Да, ты в ДД. Медвейчик, я видел. Ну, Восгардов нахуй 200к ДПС вообще. Это во втором районе. Да похуй, сколько он там. Ну, там никто не умирает. Арчис, у тебя кулаки вкачаны. И у них роги также вливаются. Бафаешь кулаки. Шреддер, с тебя МП5. Я бафаю каски. Перебафлю. Ну, хотя шейдер, бафы, каски, не знаю, МП5, Арчис там все сам разбафает, ладно, не запаривайся. Просто я сейчас в танке буду этот. Так, по местам. Алиса, знаешь, что... Маш, знаешь, что делать? Нет. Смотри, первая фаза для тебя, стоишь внизу, хилишь. Далее, вторая фаза, главное, к маленьким фениксам не подходи, которые будут там, увидишь по ситуации. Далее. Соответственно, первая фаза — это все его 83 ляма хп. Вторая фаза начинается после его смерти. Там же начинается берса. На второй фазе босс будет внизу, на первой он наверху. Будет босс подниматься, превращаться в метеорит, соответственно, взлетать вверх. Поднимаешь экран вверх и смотришь. Или можешь так смотреть, если падает он в тебя, метеорит, это быстро выбегаешь от него. На расстоянии где-нибудь рейндж 10-12. И далее, на пути танка и падения Феникса ты не стоишь, потому что иначе тебя шотнет. Если ты не выбежишь с этого метеорита, соответственно, по тебе нанесется дымак, и ты улетишь очень далеко-далеко. Далее, босс будет держаться вот здесь, вот, где звезда, соответственно, на пути звезды и падения метеора не стоишь. Далее, босс будет на второй фазе кидать лужу, как венец пламени на этом, как его, на тени Арана. В каре, в обычке или в гер. Соответственно, с него выбегаешь, иначе увеличение дамага от огня, соответственно, урон также в луже наносится. И стакается дебаф на увеличение урона от огня. Вот. Далее будет появляться два феникса маленьких. К ним близко не подходишь. При смерти феникса он наносит дамаг и также откидывает далеко очень-очень. По тактике это все. Соответственно, посмотришь, последишь, это ничего сложного. Чек на готовность. Тебе фласки нужны или у тебя есть? Нет, есть. Ну, смотри. Там, походу, я понял, в Асгарде назначены именно специальные милики на босса, остальные играют в этот, в мобов. И так. Там, блядь, 7 или 8, блядь, фениксов ходит. Да, поматов меньше. Так, череп, Дим. Теперь как мы делаем? Заносим по Фениксу под босса, соответственно, как его? Ставишь, ну, выбираешь цель кого-нибудь и как его? Я на своего буду ставить звезду. Нет, буду череп. Соответственно, ставишь другого, то есть берешь таргет. Далее до 30% их доводят, мы их оттуда выводим. По тактике это все. Чек на готовность.
Кулачок Арчи сразу, блять. Ты хочешь все-таки под боссом, да? Да, будем с тобой выводить. Если что, я ты твоего выведу. Я не знаю почему, но в Асгардах все во время метеора сбегаются в одну точку. Да, маф уменьшается. Он так. Делится. Там посмотрим. Так, еще раз чек на готовность. Проверю еще, в тебе готовы или нет. Лиса начинает первое. Сейчас он прилетит. Это давай я. А, не заагрю. Потом лучше не агрим, мы потеряем просто. Хотя тут никакого пистолета. Хотя не, давай пусть прилетит. Мы ждем, пока он прилетит. Ну, всем не обязательно. Ну, это без силами держитесь в одной точке. Да не обязательно. Не обязательно. Когда Феникс, как его, приземляется, он откидывает всех, ребят. На самом деле тут пофиг, сколько Фениксов. Главное, чтобы хилы выхили танков, которые держат Фениксов. И изливали Фениксов именно когда активен босс. И чтобы всех не откидывало. Все. Можно назначить пару рок на трэш, остальные милики в босс. Главная задача убить за 10 секунд с Фениксом на босса. Ой, дурак! Неаккуратно. Бонус аккуратно, лишний дымок получаешь. Не люблю отличники. Квадрат побежали. Вниз. Тотем на хаст. Шуман, тотем на хасту обновляйте, потому что перебежки, он у вас держится, он делается в рендже к ромбику.
квадрат. Вниз. Все вниз. Уху, а тут нас достало. Меня. Понял. Мы посос Берни. Квадрат. Все сидим. Кто там стонтит его, кто-то? На лице. Да что там не навернулся. Выход с боя нормально. Я иду по краю. Процентов сносит.
А это не последняя точка? Маба, не добивайте. Не добивайте, мама. Ты там до дота его дохавает. Ох. Мастера ребафнули. Алиса, лови. Опять Геру не давайте. Похил. Всех похил. Боже. Боже, вышли. Метеорит. Даете? Геру. Играем по трэш. Дима, води, води. Своего тоже ввожу. ДД играет, доливает. Стоп, поправлю. Стопните по мобу. По мобу стоп. После метеорита. Долили. Он еще не активен. О, теперь активен. Дим, забери второго. Так же. Зайду сейчас под сейвил. Одного взял на себя. Язык пламени вышли. Там лужа. Отводи, отводи. Алиса, отведи тоже этого босса. Стопаните. Стопнули. Стопнули по трэшу. Ко второму стоп. Стопнули по трэшу. Ребят, когда метеорит? Стопаем по трэшу играть. Играем по трэшу. Долейте трэш. Дебафов не вешу. Отходим. Так, метеор 10 секунд. По трэшу стоп. По трэшу стоп. Стопнули по трэшу. Полностью стоп по трэшу. Держи их на себе, короче. Угу. Хильте его, он сильно бьет. Они сильно бьют. Убили трэш. Алиса прохил. Алиса прожмись. Заебись, один мопа твой. Играем по трэшу. Игро на мне. Отходим. Отходим. Метки поставьте на мобок. По трэшу стоп. Забрал всех. Подходи. Да, а уже добивайте. Добили трэш. Добили трэш. Ты. Аккуратно, сейчас будет взрываться, если подойдете к нему бить. Дошли от трэша, тот летите. Выведи немножко. Микстурка тоже. Дим, стой под боссом. Я их заберу на себя. Метеор. Забрал. Стоп по трэшу. Топнули по трэшу. Топнули по трэшу. По трэшу стопните, пожалуйста.
Блядь, да запарил он. Убили трэш. РДД, убили трэш. Морфис, ты играешь, когда отводят к стенке, ты играешь по боссу. Иду. Служи, выводи, служи, 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 выведи. Стурка, выведи. Забрал. Сколько таймер выберс? 4.40, нормально. Стопнули по трэшу. Стопнули. Я прожимку, Тёма, давал тебе. Угу. Стопнули. Добивайте трэш, прохил. Прохил рейда, быстро. Дикость слег. Так, Маша легла. Муркач, давай по яке. БР, быстрее. Маша по дикости. Давай, 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 давай. Забрал. Топнули по трэшу. Мурчик, по яке. Мурчик, дай ПР по яйке. ПР дру. Это ПР дру. ПР дру, БР, дай, пожалуйста. 10. Добили. Добили трэш, быстрее. Так, Морфис лег, ёб его идти. Морчик, ты тут? Ты меня слышишь или нет? Лужа. Лужа, вывели. Вывели, следим за лужей. Забрал. Лопасос БР откатится, Морфиса БР. Баф дали по ним? На танка. Добили. Зачем маба убили? Бегудин. Прохил рейда. Дал прожимку. РДД с огня выйдет. Забрал. Стопнули по трэшу. По трэшу стопните, пожалуйста. Ты хотите убить, стопайте. Сбегайтесь. Стопа, вот ближе дай... друг к другу. Добиваем трэш. Лопасос, дай БР по Морфису. На мне трэш. Забрал. Стопните по трэшу. По одному трэшу стопните. Тёма, сколько времени? Минута 30. Надо Геру давать и тупо в босса вливаться. Будем держать. Прохил, прохил. Добили босса. Ой, добили трэш. Добили трэш. Быстрее. Еще один трэш точно можно убить. И потом босса тогда. Играйте пока по трэшу. Прохил рейда. Забирал. Стопнули по трэшу. По трэшу стопните. Вот после этого метеора можно трэш добить и босса бить тогда всем. Давай, Тёма, трэш будем держать, а они пусть все в босса бьют. Вам надо добить этих двух мобов, когда он приземлится. Да-да-да. Метеор. Дал прожимку. Блять. Там один трэш на тебя ушел. Добиваем трэш. Добили. Быстро. Вы видите, служили. Все, фулл бурсты, босса бей. 4 ляма. 20 секунд. Фулл босса.
Полубосса быстрее. Служи. Служи, води. Полубосса. Бабл готовь. Взлетка еще будет. Сука. Он не должен берсу выйти. Одного моба убейте. По трэшу играем. По фул по трэшу. Метку на моба, пожалуйста, блин. Бабл, готовь кто-то. Череп, по черепу. Быстрее по черепу. Да все уже, босс. Да нету берсу. Быстрее по черепу сыграли. Да босса добивайте. Быстрее. Я все, ебал, блядь. Ого, кэп. Котенок. Котенок, ГЦ. Хочу котенка. Блядь, сейчас анрол сделаю, нахуй. Слышишь, Тём, ну мангустин, короче, в своей, я не знаю, телеге. Так, вы это можете отрубать еще. Теперь, ребятки, заметьте, кто это предложил. Это я предложил под босса сводить этих двух ебаных мобов до ПС. Это еще предлагал на прошлом, нахуй, траях прошлого КД. Сказали, что нельзя. Это у нас даже от кого-то было. Я понял, дебаф Фанеты, короче. Тут да, дебаф есть, но он только от луж идет. Да вот именно, да, от Феникс Фанет дебаф. Артём, Карол. Ебать, топовая шмотка, нахуй. Сука. Ой, сори. Ну, это не маг. Бокрус. Другого босса идем смотреть. 95. Да. 95. Мне уходить пора. 95. Бо. У нас одного хила нету. И танк одного сейчас не будет. Идем на звездочёт. Всем спасибо. Тёма, поменяй в Дискорде страну. А чё такое? Чувак, может, пустит его. Тебя уже давно должно было пустить. Жжёт. У меня она затекла, у босса пиздец. Ещё ачивы за него не дают. Поменял, поменяю обратно. Нет, ролла пока что. Мне кажется, на нем берса нету. Либо берса слишком долго. Чего вы так спешитесь, я не знаю. Не, на нем берса была. Я видел. Только с задержкой в минуту. Ну, если это знать, то очень спокойно будет. Ну ты согласись. А тут сразу паника в конце началась. Вы зачем сказали, а половина бить мобов, а второй уже, блядь, босса бил? Так, просто думали, что берса, понимаешь? А мобы быстрее, чем босса добить. Ну так мы потом все бросили мобов, пошли бить босса. А там да, там тех и тех убили. Чек нафига. Бафы раздали, я пока что в танке. 175к да. Общий по той причине, что я еще падал нахуй в начале. Так, кто там? Три хила здесь. Групп лут. Да, сейчас.